Киокусинка – стиль карате, появившийся в Японии в 50-е годы прошлого века. Волна тогда еще таинственного боевого искусства вскоре захлестнула весь мир. И сейчас это один из самых популярных видов спорта, который раскрывает не только силу, но и дух. Секретами мастерства с иркутскими спортсменами делится легендарный каратист Алехандро Наварро. Это не только тренировка физических качеств, это большая философия, это учение очень поможет в жизни, это тренировка сердца. Мы учимся никогда не сдаваться. Чемпион мира провел учебные бои в стенах спорткомплекса «Авиатор». Занятие началось с классического приветствия и медитации. Это помогает каратистам погрузиться в состояние сосредоточенности и осознать, что они пришли на тренировку. После обязательных ритуалов сенсей объяснил, как правильно выполнять удары и держать стойку. Мастер-класс посетили 60 человек, как опытные каратисты, так и юные спортсмены. В Иркутск «Черный волк» – это прозвище Алехандро – приехал вместе с женой, чемпионкой мира Европы и России Ксении Засориной. Вот в Иркутске мы здесь второй раз и рады присутствовать, поделиться опытом. И также здесь очень много хороших бойцов и перспективных ребят. Вот, и вот, может быть, и в третий раз также приедем, и летом еще на летние сборы. Последний раз чемпионы были в Иркутске 3 года назад. Сегодня они пришли не просто поделиться опытом. Карате стремительно развивается, а значит, меняются и правила состязаний. И благодаря таким мастер-классам иркутские спортсмены становятся ближе к будущим победам. Екатерина Сыроватская, Иван Прокудин, АСТВ.